Всем привет, меня зовут Алина, я учусь на третьем курсе факультета мировой экономики на очном отделении. Я поступила в Институт международных экономических связей по международной программе. Я поступила в этот вуз, потому что мне не хватило баллов по обществознанию. Я нашла Институт международных экономических связей в интернете, связалась с приемной комиссией, и мне объяснили, почему можно поступить без ЕГЭ. Потому что это международно аккредитованный вуз, и мы первый семестр отучаемся на международной программе, а потом переходим на бакалавриат. За 3 года моей учебы я получила много новых знакомств, улучшила свои знания в математике, поучаствовала в разных конкурсах, мероприятиях и экскурсий. После каждого семестра у нас проводится опрос по преподавателям, и вы можете оставить отзыв о каждом преподавателе анонимно. Если у вас не получилось сдать ЕГЭ, ничего страшного, можете поступить в Институт международных экономических связей.